В Ненецком автономном округе увеличились кражи, причем каждая вторая в состоянии алкогольного опьянения. Так, за 7 месяцев количество таких преступлений возросло от 95 до 143. Этот вопрос рассмотрели на комиссии по правонарушениям. Сотрудники полиции отметили, именно кражи составляют основную массу преступлений в округе. Особый контроль за теми, кто злоупотребляет спиртными напитками. Именно эта категория людей наиболее криминально активна. Наряду с кражами увеличилось и количество ДТП. Их число возросло на 29%. Совсем по-другому дела обстоят с убийствами и подростковой преступностью. Стражи порядка сообщают, что их число сократилось. Преступление с участием несовершеннолетних уменьшилось более чем на 60%. В улучшении ситуации в округе сыграли большую роль программы «Безопасный город», «Участок», «Подросток» и «Алкоголь-подросток».